Китай на кончике языка. Скрытые рубежи. В древнем городе Пекине не нужно далеко ходить в поисках настоящей турецкой кухни. Или потрясающей французской. Кухня этого города отражает растущее разнообразие населения. Со всех регионов Китая сюда стекаются различные традиционные рецепты. А некоторые затем становятся частью местной кухни. Все же множество вкуснейших деликатесов таятся на рубежах гор, рек и пустынь. Их-то мы и попробуем найти с помощью местных жителей. На озере Далайнор во внутренней Монголии в начале зимы температура может достигать минус 30 градусов Цельсия. Несите сюда. Им нужно найти хорошее место посередине озера. Сегодняшний день самый важный. Далайнор на монгольском означает «озеро-океан». Нужно немного надавить. Это будет первый в году улов. 13 лунок. Восьмисотметровая сеть должна пробыть под водой 6 часов. Рыба в этом соленом озере очень придирчивая к среде. Она принадлежит к семейству карпов. Это амурский ясь. Амурский ясь медленно растет. Четырехлетняя рыба весит всего 200 граммов. А полукилограммовая рыба – большая редкость. Первый улов принес 30 тысяч килограммов свежей рыбы. Чтобы поддерживать популяцию рыбы в озере, рыбаки договорились вылавливать не больше 300 тысяч килограммов во время зимнего лова. Амурский ясь лучше всего сохраняет вкус, если готовить его на пару. Горячий и кислый соус пробуждает рецепторы в самый сильный холод. Добавим щепотку соли, обжарим рыбу 3-5 минут, усилив ее вкус, слегка обуглив над огнем. Жители деревни делают еще проще. Они тушат рыбу в чане над дровами, заставляя рыбу благоухать. Рыбаки пожинают плоды своего усердного труда полугодовалой давности. Рыба выпущена! В мае озеро Далайнор только просыпается от зимы. Свежая речная вода поднимает температуру в нем до 8 градусов. Амурский ясь вот-вот покинет озеро, уплывая вверх по течению. Тогда и начинается работа рыбаков. В этом году холодно. Уже наступил май, а озеро еще не оттаяло. Фэн Цзюньцзе с другими рыбаками раскладывают кучки из бамбука и пучков пушицы. Пушица на озере Далайнор весной расцветает раньше других. Река десятки километров длиной и полна опасностей. Чайки уже заждались весеннего пиршества. Амурский ясь снабдит их достаточной энергией, чтобы закончить миграцию в Сибирь.
За одну неделю плавания вверх по течению свыше 400 тысяч рыб станут добычей птиц. После долгой зимы без еды рыбе не просто плыть так далеко. Фэн Цзюньцзе с рыбаками должны разложить 2000 охапок по четырем рекам, впадающим в Далайнор. Плавание вверх по течению в разы усложняет процесс. Но оно стимулирует созревание половых желез, ускоряя процесс овуляции. Выживает сильнейший. Только самые сильные достигнут нерестилища. В этот момент амурский ясь наиболее уязвим. Но рыбаки предпочитают выждать. Ночью, когда их воздушные враги улетают, амурские язи увеличивают обороты. Им нужно найти нерестилище. Это нелегко в лишенной растительности реке. Охапки пушицы создают теплое нерестилище. Без них у икры не было бы необходимой среды для выживания. Через 10 дней после нереста рыба возвращается в озеро. Как и их родители, вылупившиеся мальки также поплывут в Далайнор. На этом скрытом рубеже люди и рыба выживают вместе, поддерживая гармонию между собой. В 3000 километров к югу, на самой южной части побережья Китая, находится Бэйхай. Вне ведома людей, крохотные существа, живущие еще со времен динозавров, собираются у берега в 100 километрах от Бэйхая. Крабы-привидения пируют. С отливом они строят свой собственный скрытый рубеж на пляже. Джоу Цзюньмэн возвращается домой привычным путем. Я выросла у моря. В детстве я плела вместе с дедушкой рыбацкие сети и ходила в море с бабушкой. Брала с собой ведро. Пока она ловила рыбу, я ради веселья ловила крабов. Джоу Цзюньмэн учится в колледже в Сычуане. Каждое лето она возвращается к своим дедушке и бабушке. Бабушка уже слишком стара, чтобы выходить в море. Теперь экстракт крабов-привидений ей присылает моя мама. Эти крабы шустры. Несмотря на длину всего в 2 сантиметра, они могут преодолевать расстояние 1,5 метра в секунду. Крабы, может, и шустрые, но мама быстрее. Бэйхай стал одним из первых прибрежных городов на шелковом пути. Будучи плавильным котлом культур, в его кухне есть традиционные элементы Гуанси, Гуандуна и Юго-Восточной Азии. Но экстракт краба-привидения – это то, что выделяет этот город среди других. Ночь отлива в начале осени – лучшее время для ловли крабов. Крабы и привидения кормятся, пропуская через себя морскую воду и водоросли в песке. Благодаря столь простому рациону они существуют на Земле миллионы лет. Все звенья пищевой цепи тесно связаны друг с другом. Битва человека с крабом-привидением продолжается по сей день.
Сколько их тут? Их так много. Красивые. Экстракт крабов легко приготовить. Нужно как следует вымыть крабов, вынуть внутренности, раздробить их в ступки. Добавить соли и китайскую водку. С помощью талики фантазии практически безмясный краб превращается в волшебную приправу. Для нас она настолько же незаменима, как соль и соевый соус. Свежеприготовленный экстракт крабов пахнет рыбой из-за окисления рыбьего жира. Чтобы получить лучший вкус, экстракт необходимо настоять. Ферменты, вырабатываемые микроорганизмами, расщепят белок до крошечных молекул, пептидов и свободных аминокислот. Спустя месяц экстракт краба-привидения становится насыщенным и ароматным. Чаще всего экстракт краба используют в приготовлении коровьего гороха. После тушения в течение 10 минут на среднем огне свежая сладость гороха разжигает ощущения. Вареная курица – традиционное для юга Китая блюдо. Курицу варят на медленном огне почти до полной готовности. Большинство китайцев едят ее с луком и соевым соусом, но жители Бэйхая считают экстракт краба лучшей добавкой. Сколько я себя помню, я всегда открывала для себя новые блюда благодаря экстракту краба. Я узнала, что хорошо сочетается с ним, а что не очень. Небольшое блюдо с экстрактом краба может добавить столько вкуса в жизни рыбаков. Это чудо скрытого рубежа, которому уже больше миллиарда лет. Наши предки всегда были в поиске новых вкусов природы, чтобы обогатить пищу. Во время сезона наводнений река Мергальгол разливается, и расцветает одно растение. У семьи Сидзеле 9000 акров пастбищ и 4000 овец. Сегодня ей нужно рано загнать овец домой. Она ждет кое-кого. Ее кузен Цибури едет к ней целых 100 километров. Луга просторные и малолюдны. Люди здесь редко видятся. Но цветение черемши дает возможность кузенам видеться раз в год. Ровные влажные пастбищные земли служат отличной средой для роста черемши. Черемша цветет только одну неделю в году. Но местные жители знают традиционный способ сохранить ее аромат на целый год. В
черемше содержится много серных соединений, поэтому она такая острая. Разламывая цветок, мы выпускаем эти серные соединения, создавая насыщенную приправу – соус из черемши. Жители деревни начинают запасаться на зиму. Мы начинаем собирать урожай в августе. Это самое занятое время для моего отца. Он усердно работает, чтобы кормить нас. Сезон летнего выпаса подошел к концу, и пастухи собираются на пиршество. Мясо – основное блюдо жителей лугов. Пастушьи традиции сделали местную кухню грубой. Местная вареная баранина готовится без специй. Ее варят большими кусками на сильном огне в течение 40 минут. Без соуса из черемши даже свежий кусок баранины потеряет свой цвет. Натрий в соусе из черемши дает несоленой баранине вкус. Серные соединения мягко жгут во рту, подчеркивая аромат баранины. А натуральные витамины в соусе помогают пищеварению после тяжелого приема пищи. Традиционная баранина с соусом из черемши добралась даже до Пекина в виде горшочков. Но ее цвет ничуть не изменился. Несмотря на то, что соусов добавок много, соус из черемши незаменим. Великая Китайская стена простирается на 5000 километров. Раньше она была границей между кочевыми и сельскохозяйственными общинами. Баранина исторически была привычной пищей в регионах к северу и западу от Великой Стены. Это самый сухой регион в Китае – пустыня Такламакан. Идемте домой, дети. Идемте. Эта пустыня лежит от океана дальше, чем любая другая пустыня на Земле. В Убуле-Касиму готовят пустынное пиршество. Требуха – отличный природный элемент кухни. Ее упругость не дает маринованной баранине выпадать, и она достаточно эластична в процессе готовки. Приготовление пищи в желудках животных довольно распространено, но уникальным блюдо делает то, каким оно в них получается. Готовка на углях – ключевой момент в пустынной кухне. Песок под таким костром нагревается до 180 градусов. Это природная печь, в которой можно равномерно готовить еду. Не поддается описанию то, как баранина выглядит в процессе приготовления. Все зависит от опыта. Спустя 4 часа угли заставляют мясо отдать соки. Жирное мясо жарится до идеального состояния. Постное мясо нежное и упругое. В целом мясо выходит сочным и нежным. Около 2 миллионов лет назад люди научились обжаривать сырое мясо на огне. Ученые считают, что именно благодаря употреблению жареного мяса мы эволюционировали. Воды реки Хуанхэ вырываются из горной цепи Хэлэншань, орошая равнины Нинься. Любители китайской кухни считают, что лучшую баранину выращивают здесь. Самое главное в тушении баранины – не сыпать соль. Соль – это сильный электролит, разрушающий мембраны мяса. Она высушивает мясо, и оно теряет нежность. После 2 часов готовки на медленном огне волокна мяса начинают размягчаться.
сочное и нежное. Сейчас мясо лучше всего на вкус. Только перед подачей на стол баранину посыпают солью. Только теперь она усилит вкус мяса и не повлияет на его текстуру. Китайское слово, означающее «свежесть», состоит из иероглифов «рыба» и «овца». Это доказывает, как высоко китайцы ценят вкус. Баранину едят в большинстве регионов Китая. В разных регионах разные методы ее приготовления. Самый простой метод – на севере. Но по нему становится ясно, как северяне уверены в качестве своего мяса. Хорошая пища получается в хороших условиях. Из-за постоянного спроса поголовье овец однажды превысило возможности земли. Равнины Нинся быстро стали превращаться в пустыри, заставив население искать баланс между стремлением к хорошей пище и сохранением окружающей среды. Блеяние овец служит будильником. День начинается с подготовки корма. Мааша и ее муж должны накормить более 2000 овец. Они работают по 12 часов в день. Мы работаем весь год, чтобы кормить овец. Мы не отдыхаем в течение дня. Если мы остановимся, овцы будут голодать. Здесь основой рациона овец является силос. Перемолотые кукурузу и люцерну оставляют преть, чтобы получился силос. Он максимально близок к природному корму. Нинся граничит с пустыней. Чтобы сохранить окружающую среду, был запрещен масштабный выпас скота. Местные жители усердно трудятся, чтобы сохранить качество баранины, и поэтому пытаются воспроизвести естественные условия для выпаса сами. Мааше – мусульманка, окончившая с отличием школу на арабском языке. Она познакомилась со своим мужем, Ян Гавеем, 6 лет назад и переехала сюда. До замужества я хотела учиться за границей и стать преподавателем в университете. Но думаю, что для женщины дар свыше найти хорошего мужа и обустроиться. Сейчас у нее 2 детей. 4 месяца назад семья пришла на овцеферму, чтобы работать и построить свой дом мечты. И хотя работа выматывает, она получает зарплату в 40 тысяч юаней в год. Ее трудолюбие приносит им вкусное мясо, но ее жизнь проста. Жареные драники – любимое блюдо ее детей. Для жителей гор это деликатес, приготавливаемый из простых ингредиентов. Китайцы давно научились готовить вкусную пищу из простых продуктов. Утешение для души. Хорошая пища еще и способ преодоления тяжелых условий жизни. Малыш. Абдурас. Абдурас, куда мы едем? За пшеницей. И что нам с ней делать? Наны. Годовой уровень осадков в южной части пустыни Такламакан составляет всего 15,6 миллиметров. Типичный для Китая пустынный климат. Пшеница лучше всего приспособлена к такому климату, как и местные жители, которые, несмотря на вездесущий песок и суровый климат, умудряются жить здесь.
Однако для этого им приходится прикладывать немало усилий. Тесто сначала нужно размять, а затем раскатать на плоскости. Отверстия в тесте не дают ему менять форму в процессе приготовления. Лук и семена кунжута придают ему вкус. Наан является частью рациона уже более 2000 лет. Температура в тандыре достигает 180 градусов. При таком жаре сахар в муке теряет влагу и начинает распадаться, придавая наану карамельный оттенок и богатый пшеничный аромат. Чтобы приготовить наан, нужно всего 10 минут. Но его история насчитывает тысячелетия. В отдаленных уголках пустыни наан может долгое время храниться, не подвергаясь влиянию сухого климата, вплоть до нескольких месяцев. Это яркий пример того, как люди приспосабливаются к суровым условиям. От пустоши до глубины морей людской гений преодолевает эти скрытые рубежи. В 4000 километрах от пустыни к устью Жемчужной реки приближается тайфун. Но Джан Бэйген с женой не вернутся назад, пока не будет улова. Морской окунь живет в трещинах скал на глубине 10 метров. Одной лески достаточно, чтобы определить движение рыбы под водой. Но пока что им попадался только молодняк. В этом году необычная погода. Тайфуны идут один за другим, они очень мешают нам ловить рыбу. Мы еще ни одного морского окуня не поймали. Окуня не поймать сетью, только руками. За свою нежную, но довольно жесткую плоть морской окунь прослыл самой вкусной морской рыбой в мире. В Китае свыше 5000 островов. Остров Ваньшань всего 8 квадратных километров, но на нем живет 110 семей. Из-за близости к устью Жемчужной реки его омывают как соленые, так и пресные воды, поражая огромное разнообразие морепродуктов. Джан Бэйген с женой всю жизнь прожили здесь. Они знают все хитрости морепродуктов. Сырые креветки, высушенные на солнце, выделяют соли инозина. Вместе с природными глутаматами, содержащимися в рыбе и креветках, это вещество создает богатый вкус, являющийся основой местной кухни. Высушенные морепродукты легко готовить. 10 минут на пару могут пробудить их природную сладость. Тайфун утих. И Джан Бэйген с женой должны снова отправляться на поиски окуней. Они должны определить, где именно обосновались окуни на морских скалах. И никто на острове Ваньшань не умеет это лучше Джан Бэйгена. Море этим утром спокойно. Окуни могут выплыть из скал в поисках пищи. На этот крохотный крючок Джан Бэйген однажды поймал 30-килограммового окуня. Море опять начинает волноваться. Сегодня улов может опять не удаться.
Я поймал! Я поймал! Быстрее! Это их первый окунь в этом году. И хотя он не весит и 5 килограммов, он предвещает лучший улов. В прошлом рыбалка была для них семейным делом. Теперь это лишь хобби. Их дети обосновались в большом городе и хотят, чтобы родители жили с ними. Но Джан Дайген не хочет стать обузой для своих детей. Он не хочет прощаться со свободой и чудесами скрытых рубежей моря. На другом скрытом рубеже живет существо, которому уже больше 250 миллионов лет. Эти термиты не знают, что их труды помогают людям получать еще один деликатес. Гора Ава служит границей между Китаем и Мьянмой. Ее северные склоны покрыты первичными влажными лесами. Июль. Самый занятой месяц для Ли Сяо Ци и ее тети Асю. Урожай чайной плантации снабжает их в течение всего года. Под разлагающимся бревном находится доисторический мир. Эти насекомые принадлежат к подсемейству термитов. Рабочие муравьи едят листья и траву. Выделяемые ими отходы становятся полупереваренной почвой для спор, которые ее разлагают. За 32 миллиона лет до появления на Земле людей термиты уже открыли технологию ферментации. Споры постепенно превращаются в мицелий толщиной в несколько миллиметров. Под воздействием нужной температуры и влажности этот мицелий формирует тело. Особые грибы в термитниках – деликатес, приготовленные для нас термитами. Некоторые знатоки считают, что эти термитные грибы вкусны за счет своей сладости, нежной мякоти и похожего на мясо вкуса. Перед приготовлением их моют, чистят и разрывают на кусочки по волокнам. В термитных грибах содержатся аспартат и глутамат. Обжаренные солью они приобретают натуральный белковый вкус. За чайной плантацией простирается густой первичный влажный лес. Асю знает 300 мест, где растут термитные грибы, как свои 5 пальцев. Каждый термитник производит 1 урожай в год. Обычно она одна из первых замечает эти урожаи. Тетя, ты где? Сейчас сезон термитных грибов. Но пока они не нашли ни одного. Сяо Ци расстроена. Но ее тетя совсем не волнуется. Она знает термитные грибы, как никто другой в деревне. И она знает, что надежда еще есть. Сяо Ци, я нашла немного грибов. Грибы, просунувшие шляпки сквозь почву, самые вкусные. Тетя, иди сюда. Здесь столько грибов. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Нужно выкапывать аккуратно.
Иначе мы разрушим термитник, и на следующий год здесь уже не будет грибов. Люди здесь старательно следуют законам природы. Они заметают свои следы, чтобы никто другой не обнаружил их урожай. И чтобы защитить термитники от разрушения. Тропический влажный лес кажется совсем нетронутым. Китай делит свою длинную границу с 14 странами. Многие путешествуют за границу, чтобы обнаружить новые скрытые кулинарные рубежи. Дзян Джэншу и ее муж Шэн Фанзы путешествуют по горе Пэктосан, что на границе с Северной Кореей. Их миссия — найти древнее растение. Для этих пожилых людей, которым за 70, 15-километровая тропа может стать целым испытанием. Они пришли в поисках прорастающего папоротника. 65 миллионов лет назад папоротник входил в привычный рацион динозавров. Папоротник растет по всему Китаю. Но как его ни готовь, он сохраняет некую горечь. В китайской кухне легкая горечь считается приятной для неба и придает вкусу изысканность. В 4000 километров отсюда, в Цзяншуе, провинция Юньнань, папоротник просто обваривают и затем едят с местными специями. Полгода он основная зелень для местных жителей. На горе Пэктосан папоротник можно собирать только 30 дней в году. Этот хороший. Дзян Джэншу раньше ходила в горы одна. Каждый раз она приносила оттуда по 20 килограммов папоротника. В папоротнике содержится аптокилозид, очень вредный для человека токсин. Обварка позволяет избавиться от некоторых вредных свойств папоротника. Готово! Разминаем, встряхиваем, удаляем наружный волокнистый слой, и папоротник получается хрустящим и ломким. После высушивания он хранится еще дольше. Люди всегда стремились найти способ сохранить вкус еды как можно дольше. Народ Ва нашел лучший способ сохранить вкус термитных грибов. Асю готовит из грибов масло, пока они еще свежие. Сначала она нагревает грибы, чтобы из них испарилась влага. Затем она высушивает их на слабом огне. С помощью растительного масла она сохраняет свежесть их вкуса. С повышением температуры вкус грибов передается маслу. Через 3 часа масло будет насыщенным и ароматным. Хранить его можно в течение 2 лет. Расстояние сохранили эти скрытые рубежи и оставили эти деликатесы нетронутыми. И хотя у Дзян Джэншу уже есть внуки, никто не живет с ней. Каждый день она сушит папоротник и отправляет его своей семье вдалеке. Он служит средством связи между родственниками. Но не все скрытые рубежи находятся в отдаленных местах.
Они могут быть и в чанах, и на кухнях уличных торговцев в крупных городах. Для сов эти ночные заведения – кулинарный рай. У подножья ультрасовременных небоскребов ютятся исчезающие уличные ларьки. Город развивается, и на улицах остается все меньше и меньше таких торговцев. Часть из них исчезает безвозвратно. Жизнь в Гонконге полна стрессов. После тяжелого рабочего дня люди просто хотят перекусить в уличных ларьках, чтобы развеяться. Они могут говорить обо всем, о чем нельзя поговорить на работе. Так здесь заведено. Семейный ресторан «Ачан» уже 20 лет открыт в округе Самсёйпу. Город продолжает развиваться, и уличным ларькам приходится постепенно прятаться в здания. Мои братья, сестры и я выросли в этом ресторане. Разрастался ресторан, росли и мы. Ресторан открыл отец Ачана. Уже 60 лет здесь подают лапшу с пельменями. Посетители десятилетиями ходят только сюда. Свежеприготовленные пельмени с креветкой в сочетании с домашней яичной лапшой. Говяжье сухожилие мягкое. Креветки сочные. Этот знакомый вкус запал глубоко в сердца местных жителей. Лапшу с креветками, как всегда. Его отцу, Лю Тинсену, в этом году будет 80 лет. Но он каждый вечер приходит в ресторан. Это его любимое занятие. Мой отец раньше стоял с тележкой на этой самой улице. Потом он открыл уличный ларек вот на этом месте. В 93-м мы переехали в это помещение, так что мы никогда не покидали эту улицу. Никогда. Всегда жили здесь. Лапшу готовят из свежих яиц, без малейшей капли воды, чтобы она была упругой. Затем ее раскатывают бамбуковой скалкой, чтобы она стала плотной по текстуре. Некоторые наши посетители приходят к нам издалека. Я подаю тем же посетителям, что были у нас, когда мы были уличным ларьком. Они хотят вспомнить вкус прошлого, ведь мы не изменили рецептуру. Все осталось по-прежнему. Последние посетители уходят в 2 часа ночи. И все магазины на улице начинают закрываться, обозначая конец очередного дня в городе. 60 лет назад во всем Гонконге было 800 уличных ларьков. Сейчас осталось только 28. Исчезающие ларьки с едой свидетельствуют о быстром развитии города. Они оставили глубокий отпечаток в памяти гонконгцев. Прошло больше 3 месяцев, почти 4. Вуджун Нинся. Мааше, ее муж считают дни до возвращения домой. Но здесь жизнь только начинается. В Хатяне, провинция Синьцзян, в уболе Касиму собирается убирать новый урожай пшеницы. На лугах Улун-Буира Цибури заготовила достаточно соуса из черемши, чтобы хватило до следующей весны. Глобальная деревня продолжает меняться, и вкусы продолжают развиваться. Но пока мы сохраняем любовь и привязанность к определенным вкусам, они и верования, связанные с ними, всегда будут хранить скрытые рубежи. Лучшие вкусы зачастую самые простые.
Домашняя кухня не полагается на искусное мастерство. Она готовится с абсолютной любовью и искренностью. И мы видим, что домашняя кухня имеет особое место в сердцах и желудках жителей Китая. Зачастую самый вкусный деликатес – самый простой. Домашняя пища выглядит некрасиво и не отражает искусного мастерства повара. Для нее нужны ловкие руки, мудрость и искренность. Вы увидите, как домашние деликатесы приносят покой в сердца и желудки китайцев на разных этапах жизни.